приветствует сервер Urbans.ru. Введите имя пользователя. Введите пароль. Доступ разрешен. Можно набить голову, ну лоб, то есть. Можно. Любая часть тела в нашем организме укрепляется. Но последствия от такой подготовки я видел не единожды. Но видел много раз. И самое важное ведь не в набивке головы, а в правильной акробатике. Сейчас, когда был чемпионат России по свежим следам 2018 года, Николай Масленников получил сильный удар в голову. Нос у него был сломан сразу же. Но он не поплыл никуда. В Азарии медаль только за счет того, что он правильно готовил свои мышцы специальные, которые держат удар. И он не потерял сознание, не ушел даже в нокдаун. То же самое на чемпионате мира в финальном бою. Он, к сожалению, пропустил Мавашу голову от японца. У японца тяжелая нога, и он укладывал всех на япон. Но Колян даже не поплыл. То есть такая вспышка была, но вот то, что он специально готовил, и мы все готовим специально свой шейный отдел, специальные мышцы, это позволило ему не уйти в нокаут. Вообще, я не советую набивать голову, потому что видел слишком много последствий, достаточно отрицательных, после того, что было после таких тренировок. Я хочу, чтобы вы все подумали об этом. Наступит момент, когда вы дойдете до изнеможения, и вам захочется сдаться. Вопрос вот в чем. Сдадитесь ли?